Евангелие от Матфея, 5 глава, Нагорная проповедь. «Увидев народ, Иисус взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его, и Он учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, бо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, бо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, бо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, бо они назовутся сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать вас, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль мира. Ежели соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве что выбросить ее вон на попрание людям. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. И зажжешься свечу, не ставя ее под сосудом, а на подсвечнике, да светит всем в доме. Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас и благотворите гонящих вас. Молитесь за нелюбящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если будете любить любящих вас, какая вам награда? Не так ли делают и язычники? Если будете приветствовать только братьев своих, что хорошего делаете? Так же поступают и мытари. Итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершен. Аминь. Аминь.